Друзья, привет! Это видео будет о ценах на автомобили. Я понимаю, что тему уже вот измусолили, кто только может и где только можно ее там обмусолили, обсосали и так далее, короче, вы поняли. Я часто сейчас и сталкиваюсь с этим вопросом, что, Игорь, вот ну что будет, что ждать, чего ждать, когда эти цены уже пойдут вниз, опустятся, не опустятся, будет ли дешевле, покупать машину сейчас, не покупать, и почему эти цены выросли. Я уже затрагивал эту тему, но достаточно поверхностно. Сейчас я постараюсь ее разобрать более детально, я углубился, я много прочитал об этом вопросе и решил вникнуть, потому что действительно мне самому стало интересно, как работать и чего ждать в дальнейшем. Об этом мы с вами и поговорим. Почему выросли цены на автомобили? Что на это повлияло? Повлияла ли на это пандемия на самом деле? Когда опустятся цены на автомобили и чего нам ждать в ближайшем будущем? Поехали. Давайте начнем наш разбор, конечно же, с пандемии. Я понимаю, ребят, многих тошнит от этого слова. Тошнит просто. Меня в том числе. Мне уже противно слышать это. Что вот цены все выросли, потому что на дворе пандемия, потому что вот все так плохо, карантины, все это понятно. Да, действительно, когда только ввели вот первый жесткий локдаун, заводы закрылись. Об этом много написано статей, есть даже фотографии, как работали заводы во время пандемии, локдауна, да, смены сократились, я перечислю сейчас дальше, какие заводы и как сократились, но что произошло, вы должны понять механику действия. Не просто вот заводы закрыли, типа, ну их закрыли, их открыли, и цены должны нормализоваться, в чем проблема? Да. Но смотрите, что произошло. Заводы закрывают, спрос также остается на автомобиле, а то и увеличивается, потому что люди понимают, надо куда-то засовывать деньги. Дилеры думают, а почему бы не поднять ценник? И не только дилеры, я думаю, производители в том числе. Поднимается цена, и люди продолжают покупать. Заводы открываются дальше, да, уже после там всех этих жестких локдаунов, а цену опускать никто не хочет. Но это сравнительно тому, представь, ты торгуешь вот одеждой, кофтами вот такими, шьешь их, продавал их по 1000 рублей, и потом взял, поставил по 1500, а люди также покупают. У тебя логичный вопрос, зачем тебе опускать обратно на 1000 рублей? Их также покупают. Это первая причина, да, то, что люди продолжили покупать. Спрос есть, действительно, цену никто уже обратно не хочет возвращать. Вторая причина, конечно же, многие об этом писали, и кто-то так скептически к этому относится. Я сначала вроде как в это очень сильно поверил, потом насторожился, а потом разобрался. Это кризис полупроводников. И вообще так звучит очень как-то необычно, типа кризис полупроводников, причем здесь кризис полупроводников и цены на автомобили. Да, действительно, современные машины очень сложно устроены. Если вы хотите хорошую комплектацию, там большой этот дисплей, на который вы могли бы нажать сенсорный, много-много всяких таких плюшек и фишек, на это все требуются электросхемы. Это не делается на механических рычагах. Но вы спросите, подожди, а в чем проблема? Ну, выпускали эти схемы, ну, пандемия там, ну, Китай вроде как прекращает производство каких-то металлов там, ну, пусть другая страна бы выпускала эти схемы, но здесь сложность немножко еще плюс к этому в другом. Представьте, что происходит вот в общем масштабе, да, в мире. А люди садятся на карантин, идут на удаленку. И миллионы людей, которые раньше не думали о том, что им нужен компьютер, вдруг понимают, о, меня перевели на удаленку, мне нужен персональный компьютер, и они бегут покупать ноутбук, планшет, гаджет. Это раз. Другая часть людей, подростки и дети, и родители в том числе, они понимают, что им нужно будет сидеть долгое время с детьми дома. Садики не работают. Вот сейчас, кстати, опять очередные карантикулы, выходные, и садики не работают, и я сижу с ребенком дома. Ну, как бы ребенок дома. Нужно купить какой-то PlayStation, приставку, Sega Mega Drive 2, Dendy и так далее, Tetris. И вот это все люди начинают покупать. От того, что люди это все купили, соответственно, ну, огромная часть производства, да, в том числе полупроводников, чипов, она ушла туда. Сами по себе заводы, кто производит автомобили, производит ноутбуки, технику, они не производят эти чипы, они их закупают. Невыгодно их производить, потому что это отдельное производство, это все сложно, это определенные затраты, это определенное внимание, им легче покупать комплектующие. Сместилась, да, продажа этих чипов в те же самые ноутбуки,
компьютеры, PlayStation и все прочее, на автомобили, ну, немножко это все урезалось. Поэтому и тут ценник поднялся, и действительно, это, я не думаю, что это какой-то миф или развод, потому что у меня много кто из друзей приходили в салон и говорят, да, хотим купить там премиальный автомобиль какой-то, ну, или даже просто автомобиль B-класса, и комплектации все какие-то полупустые. Давайте по поводу заводов, да, то, что я говорил, многие сократили производство, я коротко зачитаю, Honda остановила 6 заводов, да, за время пандемии в США, Канаде и Мексике. Просто, ну, остановили заводы, они не работали. Volvo сократила производство вообще грузовиков по всему миру. Nissan скорректировал производство на заводах в США и Мексике. Toyota приостановила производство в Чехии. Volkswagen приостановил производство на заводе в Португалии. Mitsubishi сократили производство во внутреннем рынке на 4-5 тысяч единиц. Все заводы, они то ли сократили производство, то ли остановили их полностью. Это не просто какая-то, ну, вот где-то там далеко, это вот происходило в дни пандемии и карантина. Естественно, это одна из глобальных причин роста цен. Это как минимум. Следующая причина – это утилизационный сбор. Да, его каждые там несколько лет его индексируют. И вот в этом году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о повышении утилизационного сбора. Что такое утилизационный сбор, для тех, кто не понимает? Короче, вот, допустим, ты покупаешь автомобиль, неважно, ты его завозишь из другой страны и покупаешь новый у дилера, ты должен оплатить, ну, за тебя дилер это делает, платит утилизационный сбор, типа для того, чтобы ты, когда поездишь на этой машинке в далеком-далеком будущем, ее утилизировали. Ну, на эти деньги типа утилизируют сейчас автомобили, а потом люди будут платить, чтобы твой утилизировали. В общем, чтобы машины потом не стояли во дворах, не гнили, а как бы их перерабатывали. Хотя, на самом деле, у меня тут большой вопрос, если машины перерабатывают, на этом же кто-то вообще зарабатывает. Почему я должен платить за чей-то заработок? Я готов скупать эти машины, которые брошены во дворах, и сдавать их на металлолом, и я думаю, что на этом кто-то даже зарабатывает. Непонятно, повысят, нет, но это опять ажиотаж, что ООО повысят сбор, надо что-то делать, и опять как бы ценник за счет этого растет. Ну, он как бы немного там вырастет за счет этого, но тоже вырастет. Курсы валют. Да, разница в курсе тоже сыграла свою роль. Конечно, не прям ключевую на самом деле, но тоже сыграла. Но каким образом? Тоже надо понять такой нюанс. Представьте, люди имеют наличку, рублики, и они понимают то, что эти рублики им надо куда-то девать. И они все хлынули покупать автомобили. Это повысило спрос. Не потому что там курс доллара и рубля только, да, вот сам по себе как факт, а потому что это, ну, как бы это стало инициатором, это событие, да, синициировало поток людей в автосалоны. И люди побежали покупать тачки, типа надо вкладывать деньги, а дилеры видят, что сумасшедший спрос. Надо впаривать допы, надо впаривать кредиты, надо закупаться вторичкой, и это просто, ну, для дилеров очень такое золотое время. Кстати, в тему дилеров. Кто живет в Москве, вы, я думаю, заметили такую тенденцию. Есть очень большой автосалон. Он называется Рольф. Это никакая не реклама. Вы все это заметили, что открылись большие новые площадки. И я так проезжал и заезжал на некоторые из них и видел, что огромное количество бэушных автомобилей Рольф закупил. И это способствовало повышению цены. Вы спросите, как, почему, а из-за чего тут-то ценник вырос? Объясню. Представьте, Рольф покупает машины почти по рыночной цене. Даже у перекупов, у моих коллег, многих Рольф покупал автомобиль по рыночной цене. Как вы думаете, Рольф хочет зарабатывать? Соответственно, да, Рольф еще делает наценку. Из-за этого ценник вырос. Второй момент. Как вы думаете, Рольф будет сбавлять цену себе в убыток, в ноль или в минус? Ответ очевиден. Я думаю, даже его нет смысла озвучивать. Хорошо, теперь давайте соберем это все в кучу и сделаем один большой вывод. Из-за чего выросли цены? Вот это все способствовало повышению цены. Но в этом всем есть один ключевой фактор. Это общество потребления. Это мы с вами. Знаешь, кто виновен в том, что цены выросли? Подойди к зеркалу. Вот я, ты, потому что мы покупаем, потому что мы с вами покупаем, потому что сегодняшнее общество, это лично мое мнение, это общество потребления. Люди, которых воспитали на том, что им нужен новый Мерседес, им нужна новая машина. Он 2 года или 3 поездил на своей и говорит, мне нужна новая, мне нужно вкладывать деньги. Это капитализм, это вот постоянная вот погоня за деньгами и куда-то вложить эти деньги. Если бы мы с вами взвешивали здраво и сказали бы дилерам, что нет, стоп, это не нормальная цена за автомобиль, мы покупать не будем. Ничего страшного, похожу пешком, поезжу на своей. Ничего страшного. Вы не даете качества, вы не даете сервиса, вы не даете хорошей цены, поэтому мы покупать не будем.
И, соответственно, ценник бы, ну, как минимум, не так быстро бы рос. А люди сами, я считаю, сгенерировали этот рост цен. Конечно, да, кто-то возразит, скажет, да нет, это вся эта ситуация, экономика, политика поспособствовала или кто-то там виноват. Понятно, я сейчас не пытаюсь кого-то обвинить, что да, вот мы с вами виноваты. Ну, не в негативном смысле виноваты. Это естественная наша реакция, да, безопасить себя, вложить свои финансы, естественно. Но мы и спровоцировали этот рост цен. Поэтому, друзья, если мы с вами перестанем покупать, то, соответственно, спрос упадет. Ну и по всем законам экономики цена должна падать при меньшем спросе. Знаете, на что не вырос ценник? Это удивительно. На толщиномеры. Я перекуп и я отслеживаю цены периодически на толщиномеры. Вот именно на эту модель Карсиз не выросла цена. И плюс к этому мы даже дарим подарки. Если вам нужен толщиномер или когда-нибудь понадобится, или в подарок своему другу, мужу или брату, вы можете купить у нас этот толщиномер. И мы еще дарим курс по перепродаже автомобилей в подарок. Ценник очень гуманный, приятный, и еще курс ко всему в подарок. Это очень круто. Что нас ждет дальше? Давайте попробуем спрогнозировать и логически рассудить. Будет ли снижение цен? Нет, я считаю, не будет. По простой причине. Представьте, дилеры, люди все вот закупились по определенным ценам. Это огромная масса автомобилей. И они не будут готовы уйти в минус. Для них это не тягостно, что эти площадки загружены, они в любом случае аренду всегда отобьют, и на зарплату работникам тоже у них всегда как бы этот вопрос будет закрыт. Но свою прибыль они не упустят. Поэтому в большой массе своей спада цен не будет. Или же будет рост очередной, потому что люди все равно продолжают покупать. Продолжают покупать. Это первый, да, ход событий. Или второй, цена как бы зафиксируется. И вот мы выйдем на это плата по цене и будет вот так вот плюс-минус. Ну, до очередного скачка, до очередного какого-нибудь карантина, пандемии и так далее. Стоит ли ожидать глобального еще одного скачка по цене в ближайшее время? Я боюсь отвечать на этот вопрос, потому что мало ли вы послушаете и скажете, ой, не стоит, тогда не буду покупать тачку или там продавать. Сейчас критический максимум на самом деле. Ну, давайте рассудим. Просто Rapid, например, Skoda Rapid. Год назад, в 2020 году, она стоила 980 тысяч рублей. Сегодняшний Rapid стоит 1 600 000 рублей. Бэушный Rapid, который да, в том же кузове того же поколения купили в 2020 году за 980, бэушный Rapid, их продают уже по 1 200 000 1 300 000, дороже, чем купили. 1 600 000 1 700 000 за новый Rapid, ну, это критический максимум. Я думаю, 2 плюс миллиона за Rapid уже люди... ну, не смогут платить, ну, не будут они покупать. Я очень сильно верю в это, что вы не будете покупать там новый Солярис или Rapid там за 2,5, а то и 3 миллиона рублей. Это уже будет безумие, да? Ну, хотя, знаете, блин, я уже ничему не удивлюсь, но я думаю, сегодня настал тот критический максимум, поэтому сейчас цена будет фиксироваться, и дилеры, салоны, они будут пытаться заработать вот на чем-то еще, на кредитах, допах и на каких-то еще схемах, но сама цена за автомобиль уже и так очень высокая. И напоследок хочется разобрать, а к чему это все приведет нас. Первое, к чему приведет, это масса кредитов. Это закредитованность населения по уши. И так я уже смотрел статистику, мы вышли на какое-то рекордное число кредитов, ну просто рекордное. Сейчас у кого не спроси, у всех кредиты. То ли на машину, то ли ипотека, то ли потребительские, или просто микрозаймы. И это плохо на самом деле. Закредитованное общество, ну им как бы легко управлять. Это подавленное, я считаю, общество. Это люди, ну, эмоционально подавленные. Должник, он как бы по сути своей становится, ну как что ли, рабом тому человеку, кому он должен. Тебе завтра банк скажет, ты не отдал, давай вот твое имущество, ты никуда не выйдешь, на тебя запрет наложат на выезд, на, ну, ты будешь под ограничениями ходить, да, по сути своей ты как бы в такой, ну, виртуальной тюрьме будешь находиться, если только ты вот просрочил платеж, не отдал, там, судись, не судись, ну, это будет целый напряг. Второе, к чему это приведет, вот эта закредитованность порождает вот эти депрессии, вот эти какие-то суицидальные там настроения у людей, да, я думаю, это опять будет... много пьянства, много суицидов, много вот этого всего негатива, который будет происходить. И это очень тоже грустно и печально. И третье, что немножко тяготит, как будто бы у нас нет курса у страны, куда мы идем. То есть непонятно. Вот это состояние неопределенности в массе своей. Да? Если люди раньше планировали на 3-5 лет вперед, они строили какие-то планы. Я помню, многие у меня даже друзья писали какие-то планы, цели на 5 лет. Сегодня люди, они очень...
затрудняется сказать, что будет завтра. Сложно так жить, да, когда ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, какой кризис, какой скачок цен, какие движения будут на рынке, какие движения будут в твоей жизни. Это очень сложно, и это тоже, ну, как бы тяготит. И я думаю, что для всех нас это какой-то вызов и сигнал, чтобы начать что-то менять. Я не знаю, что, я не знаю, как, это просто мои мысли, но явно... как бы не супер тенденция, так скажем, прослеживается. Ладно, спасибо вам всем за просмотр. Если это было полезно для вас, обязательно подпишитесь на канал, поддержите пальцем вверх. На этом все. Всем пока.